Энергетики к зиме готовы. Председателю профильного городского комитета Андрею Бондарчуку показали новый единый центр управления безопасностью магистральных электросетей. Там в реальном времени получают информацию со всех подстанций Северо-Запада. Их всего 11, в том числе и те, что расположены в Петербурге и области. Перед зимой, это сезон пиковых нагрузок, в регионе сдали целый ряд энергообъектов. Специалисты обещают, дефицита электричества в северных районах северной столицы не будет. Город готов, энергетики у нас... У них поставлены повышенные обязательства, то есть до официальных сроков на месяц раньше подготовиться к зиме. Могу сказать, что и МЭС Северо-Запада, и Ленэнерго, и Санкт-Петербургские сети, все они получили паспорта готовности, что свидетельствует об их полной готовности к предстоящей зиме. Настоящей проверкой на прочность как для центра, так и для его специалистов стал недавний шторм Святой Иуда. Несмотря на то, что серьезных повреждений на энергообъектах не было, стихия, напомню, оставила без света сотни населенных пунктов. На ремонт сети потребовались всего сутки.